Короче, всем привет, ребята. То напишите уже, во что мне играть. А то постоянно... Просто ничего не пишите, ноль комментариев. Жаль. Очень жаль, постоянно в дуэль приходится играть. Ну ничего. Денчик. Привет, Денчик. Надеюсь, я выиграю тебя. Уф, это что было? У него что за... крутое. Ух. Ну, не... я не обязан выигрывать, потому что я уже каждый раз прямо выигрываю. Кстати, чтобы вы понимали, у меня намного больше проигрышев, чем побед, поэтому я не так уверен, что прям обязан я выигрывать. Ну как тебе? Все, я его просто зажал. И трогаю турельку. Ну хотя бы турелька моя справится. Нет. Если что, какое есть расписание, во что мне поиграть, кто не знает, королевскую битву, дуэли, бомбу или вот такую вот, или на ножах. Вот это расписание, во что я могу в следующем видео поиграть. Если вы ничто не ответите, я завтра обязательно поиграю в команды. И сегодня я также буду играть в команды. Так еще есть гонка вооружений, забыл сказать, если что, в расписании. Конечно, не все есть в расписании, но хотя бы что-то. Ну и рандом еще. Рандом можно в расписание снести. Лучше рандом, пожалуйста, выбирать, потому что мне будет очень приятно, если вы выберете рандом. Я обожаю рандом. Просто обожаю. На втором месте у меня бомба. Пожалуйста, выберите бомбу. На третьем королевскую, если вы не хотите выбирать вот это все дело, поэтому выберите королевскую. Мне будет очень приятно. О чем мы про расписание говорим? Это интересно. А где он? Воу, да уйди ты. Убегаем. Ты кто? Денчика, пожалуйста, если ты смотришь это видео. Ты... Не такой уж и нуб. Нет. Окей, Денчик, я сейчас с тобой расправлюсь раз и навсегда. Ты где? У нас здесь много тебе хп. На снайперку хочешь, а? Ну все. Давай сюда. Спасибо огромное. Сейчас мы такую ловушечку сделаем. Давай, одна минута до конца боя. Ты что, пих? Ну, я знала. Я пытался убежать. У меня ничего не получилось. Танчик, это, похоже, мне достойный противник попался. Черт. Она не такой достойный, как я. Я буду прятаться с этой турелькой, чтобы он меня не нашел, не скушал. Его уже вижу. А!
бегал, бегал. Нет, 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 я не допущу, чтобы было ничья, я прям не допущу, я не допущу. Та-дан, та-дан, та-дан. Нет, давай, о, да ну, да ну. Да ну нафиг! У меня слов нету. Это было... О, господи! О, господи! Я думала, что будет ничья, я не успею. Или вообще... Ой, что? Да ну! Да! Да! Да, 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 да. Господи, боже мой. А, это облегчение. Сейчас отдых для меня. Но это было жестко. Это реально достойный противник мне попался. Как я и обещал, говорил вначале, давай поиграем в команды. Не хочется сколько-то. Блин, хочется заманки поиграть. Прямо вот эта карта, которую я показывал. Там, где все в зелени. Нет, это не та. Ну ничего, зато меня смотрели некоторые. Дугор, давай пойдем вместе, Дугор. Все, я готов все покушучивать с этим, блин, автоматиком. Ну как вам я играю? Пожалуйста, оцените мою... как я играю от 1 до 10, пожалуйста, оцените. Надеюсь, вы оцените, как я играю от 1 до 10. Блин, тут эта стрельба. Сейчас потише сделаю. Сейчас я все верну. Надеюсь, вы оцените, как я играю от 1 до 10. Мне будет очень интересно, как я играю, пожалуйста, заметьте. Все, возвращаю все обратно. Это все сейчас... А, так я прямо на их базе сейчас устроился. Черт, меня убил какой-то экстран. Это очень плохо. Беру это сразу же. Ну это же стратегические игры, поэтому это просто играть, а вообще просто играть, когда вот так ты очень хорошо, у тебя очень хороший скилл. И поэтому это тебе очень везет играть. Ну, у меня, наверное, скиллчик не хороший. Поэтому я проиграл. Ух, убийство, моя турель убила. Чиликса. Турель вообще, скажу честно. Турель это хорошая вещь, но она очень маленький урон носит. Поэтому это не такая хорошая вещь, как вы думаете. Стоит ли покупать турель? Ну, как по мне, иногда стоит, иногда нет. Турель хорошая очень вещь, но... Не такая хорошая, как вы думаете. После этого видео я еще кое-что вырежу. Надеюсь, вам понравится. Сейчас я кое-что сделаю. 8 ботов в нашей игре получается. То есть я не бот, до корня бот и все другие боты. Это ужасно.
понятно. Ну, А3, наверное. Ну. А, нету, кора-то больше. Ну, нет. Да, тут 8 ботов, то есть, ну, сколько игроков? Это 5. А 8 ботов, это, значит, кто-то один, получается. Блин, это, понятное дело, будет гис еще выиграть. Я просто кучу себе набью. Не потрачу их я. Кстати, интересный факт. На моем аккаунте никогда невозможно набить второй алмаз. Интересный факт такой. Ну, мне кажется, если я буду каждый день уже играть по раунду в Кубуму, то я уже... Вот это, набью себе на булочку с маком. Но если я начну играть очень долго, то я, понятное дело, себе выиграю на булочку с маком и на чаёчек, да? Ой, простите. Реклама была, я извиняюсь, Мне вот ножи не нужны, но... Конечно, оружие бы, снайперку какую-то бы купить. Как Барретт, это очень хорошая снайперка. Ну, она стоит 24 тысячи, я буду меня очень долго купить. И, я, когда получу 25 левел, я уже все себе так открою. То есть это... А, с 30-го нет. Не все, мне еще 5 уровней надо, чтобы это все сделать. Поэтому давай еще поиграем партийку. И будем заканчивать на этом ролике, потому что мы уже играем где-то 13, наверное, минут. И... Вообще, это сложно понять, поэтому мы лучше закончим на этом. Спасибо вам за просмотр. Я выложу потом видео еще завтра, потому что меня я решил очень часто начал выкладывать видео. И вот так вот, как вы видите. Как вы видите, все. Пока. Всем пока-пока. Приятного просмотра. Надеюсь, вам то есть понравилось видео. Всем пока-пока.